Фристайл начинает команда КВН, утомленные солнцем. Команда КВН, утомленные солнцем, решила, что этот конкурс должен быть именно таким. В южном огненном танце появляются они. Невероятно, что это, что за команда. Утомленные солнцем, это три суперзвезды. Невероятно, что это, что за команда. Одна из них была как белый дым. Черная, как ночь. А вот и третий были парень. Объединяет их одно. Идут шутя от юга и до севера, сметая все, как тихий океан. Команда, как картинка, сборка сервера. 12 человек. А теперь смотрите, сказка «Снежная королева». Почему мне так холодно, Герда? Потому что ты злой, Кай. Нет, потому что я в майке минус 40. Дай мне пальто. Не дам, Кай, оно девчаковое. Да, если б ты ночью не перешила пуговицы, это было бы мое пальто. Я ухожу от тебя к «Снежной королеве». Пока, Кай. Пока, уходи, все, уходи. Появляется старая финка. Не плачь, Герда, я знаю, где Кай. А я не плачу, я хочу, чтобы он умер. Он находится прямо вот там, в замке у Снежной королевы. А в это время в замке Снежной королевы. Ну отпустите меня, пожалуйста, я вас очень прошу. Нет, Кай, ты еще не выполнил моего задания. Ну поймите вы, Алла Сергеевна, ну невозможно из букв О, П, Ж и А составить слово «вечность». А я говорю «возможно». Невозможно, я пробовал, ну как вы не понимаете, что это? А у нас реклама. Мой любимый опять подрос. Что такое? Кто тебя обидел, Лена? Покажи мне его быстро. Господи, ты создал людей по образу и подобию своему. Что за приколы? Отрывок из произведения Тургенева «Отцы и дети» в постановке Станиславского. С тех пор, Саша, я не видел отца. И вот уже 30 лет я жду его звонка. Каждый день, каждый час, каждую минуту, каждую секунду. Алло? Отец! Отец! Отец? Отец! Здравствуй, отец! Как долго я ждал твоего звонка, отец! Отец! Я давно хотел сказать тебе, что я люблю тебя, отец! Спасибо, отец! Прощай, отец! Сань, а кто звонил? Отец! Отец? Отец! Молодец! Ты знаешь, а я тоже мечтаю, чтобы позвонил мой отец. Чтобы я тоже смог сказать «Отец». Алло. Отец! 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 Да. Здравствуй, отец! Ну что еще, отец? Ты альпинист? Альпинист. Альпинист? Альпинист. Да, и что? Ты сейчас взбираешься на Эверест? Да, ты что? Алло, алло. Сорвался. Отец!
Дамы и господа, извините, но мы вынуждены остановить наше выступление. Просто из-за подготовки к полуфиналу Миша вот уже как месяц не выходит из театра Российской армии. И сегодня он сорвался. Саня, как там снаружи? Шварценеггера избрали. Кем? Губернатором. Краснодарского края? Да нет, Калифорнии. Наливай. Сереженька, как дела снаружи? Смотрел программу «Розыгрыш». Кого разыгрывали? Карелина. Как там Пельш? Наливай. Налито. Надоело. С этим КВНом света белого не вижу. Все, ухожу, не могу я так. Не могу больше так. Все. Алло? Александр Васильевич? Александр Васильевич. Что за Александр Васильевич? Не знаю я. Это не медведь, нет. Александр Васильевич, я пошутил, я никуда не ухожу, нет. Не меня хотели слышать, а кого? Передай трубку Маслякову-младшему. Отец! 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 Отец!